Привет, а это все рассудие по результатам голосования. Это видео задержалось, мне его некогда было озвучить. На самом деле, мне просто было лень его снять. Ну давайте же уже начнем. Начнем мы с обычной Сузы. Это трехэлементный монстр, который присутствует на острове Света и Янтаря. Это комбинация для выведения Сузы, Цветак плюс Мамонт. Суза также присутствует в массиве Monsters Dawn of Fire. У нее, как у большинства монстров, есть детская версия на континенте. Также есть призматик версии. Особенности Сузы это Света это накаляч, труба свет, траба, секретное влечение, отражающий бассейн. Остров Янтаря это овцебык и кребет. Теперь поговорим про редкую Сузу. Ее комбинация для выведения такая же, как у обычной Сузы, только шанс меньше. В обычном питомнике она выводится 1 день 2 часа 30 минут. В улучшенном 19 часов 2 минуты 30 секунд. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео. А если это так, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вы можете добавиться ко мне в друзья. Всем удачи и всем пока.